Представляет это пума, обитающая в Южной Америке. Она охотится на гуанако, родственника верблюдов. Их рост 2 метра, и они в 3 раза тяжелее пумы, у которой есть один шанс добраться до горла и попытаться задушить жертву. Она сейчас охотится на чужой территории, которая принадлежит другой пуме, потому после успешного удушения жертвы хищница уносит свою добычу за 2 километра отсюда, где ее ждут голодные котята. Она уже давно не ела и ослаблена, но желание накормить котят не дает ей сдаться. И она продолжает целых 2 километра тащить тушу, которая весит больше нее самой. Удивительно. Этого ужина котятам хватит на несколько дней.